Всем привет! Это новый выпуск проекта NewCrane. Сегодня я нахожусь в Николаеве и сегодня я расскажу вам об одном стартапе, который реализуется местными предпринимателями. У меня за спиной находится офис компании Solar Service, которая занимается продажей солнечных электростанций. Но помимо традиционных солнечных панелей, здесь продают еще инновационный, необычный, как для украинских реалий, продукт. Черепицу, которая вырабатывает солнечную электроэнергию. О том, какие перспективы у этого стартапа в нашей стране, насколько он востребован, мы сейчас поговорим с предпринимателями, которые производят этот продукт. Это образец нашей продукции. Именно так выглядит черепица River Solar. Я устроился в компанию Solar Service, вот, которая устанавливает солнечные электростанции. Вот. И по мере работы стал замечать, что вся крыша устилается модулями, и, собственно, это натолкнуло на мысли, почему не сделать солнечные панели именно кровельным материалом. Днем работал с обычными панелями, а вечером разрабатывал свой продукт. Когда Павел представлял первую модель, я говорил, это ерунда, она не будет работать, неоправданная цена. Мы дорабатывали. В итоге у нас сейчас третья модель, которая реально, вот она имеет хороший красивый дизайн, она имеет правильную стоимость. Мы снизили на где-то 50% себестоимость продукта, что позволило, соответственно, и продажную цену снизить и вписаться как раз в эту зону, что мы там примерно по цене солнечной электростанции в Европе можем продаваться немного дороже в Украине. Там используется более толстое стекло специальное, для солнечных панелей. Вот. Это повышает в несколько раз прочность самой плитки. Технология, кристаллы, по сути, стандартная, и алюминиевый профиль специальной формы, который вот и позволяет защелкнуть плитки между собой, и они становятся таким единым кровельным покрытием. Срок службы, сейчас мы привязываемся к существующим технологиям больших панелей, то есть у нас на 25 лет дается гарантия 20% снижения мощности от первоначально установленной. Там что-то порядка 0,5% в год. Вот. И, собственно, это не говорит о том, что там через 25 лет крыша перестанет работать или генерировать, просто там будет 80% от первоначально установленной. А как кровельный материал это и 40, и 50 лет. Эти разработки, которые вот у нас используются, они исключительно наши. Мы сколько ни смотрели по конкурентам, есть те, которые похожие решения пробуют использовать, но обычно идут какими-то все-таки немножко другими путями. У кого-то надежность сильно просаживается, у кого-то слишком дорого выходит, сделать продукт. То есть это, скажем так, зона, в принципе, как Павел сказал, ниша такая на большом рынке, которая еще не нащупала вот такой выход на масс-рынок. Вот свою задачу мы ставили именно сделать так, чтобы продукт был простой, надежный и относительно недорогой. Если клиент хочет, можно подключить зеленый тариф, замостить черепицей, допустим, 3 ската, восточный, западный, южный. Вот, и по максимуму, плюс еще на свое потребление и отдавать в сеть по зеленому тарифу. Вот недавно мы считали, скажем так, небольшой проект в Одесской области. Там человек хотел минимальный для дачи вариант, там буквально какой-то маленький домик, все, и чтобы там был свет, кондиционер, и опять же он работал автономно. Вот это вышло там в районе 5500. Первым зданием, на крыше которого была установлена инновационная солнечная черепица, стала амбулатория в селе Русские Тишки Харьковской области. Теперь это учреждение не только использует электроэнергию собственного производства, но и имеет прочную кровлю с гарантией на десятки лет. В Харьковской области у нас стоит на бюджетном объекте, это амбулатория, и мы фактически
там на сколько? На 2/4 или на 3/4 закрываем потребление? На 50%. На 50%. Есть... Наполовину закрывается потребление самой амбулатории. То есть понятно, что там не ставились аккумуляторы какие-то еще, чтобы там вечернее потребление как-то закрывать, но тем не менее вот все дневное оно покрывает. И Павел следит за объектом на мониторинге, никаких проблем там с какими-то протеканиями, какими-то там, что что-то там отваливается, то есть все реально надежно стоит, работает, там при желании можно даже посмотреть все онлайн, то есть как оно там живет без нас. Наш первый объект, который мы ставили, это было вообще трехстороннее сотрудничество, потому что это был благотворительный фонд, который делал такие проекты возобновляемой энергии для лечебных учреждений. Это вот как раз была территориальная громада, которая сказала, вот да, нам вот, пожалуйста, сюда мы там надо и давайте сделаем. И мы, которые, по сути, разрабатывали решения, как бы подбирали оборудование, реализовывали, монтировали. Очень часто мы слышим о том, что везде нужно перекрыть крыши. И перекрыть крыши, это обычно выигрывает человек с наименьшей ценой, кое-как перекрывает, и через 3 года крыша опять течет, и опять ее нужно перекрывать. То есть это такой замкнутый круг, примерно как с дорогами, на самом деле. Просто немножко меньше известно. А если мы внедряем технологию черепицы, то у нас получается, есть плюс на то, что это экономически более выгодный проект, то есть он генерирует электроэнергию, которая закрывает потребности самого объекта. То есть уже нагрузка на бюджет снижается в принципе. Как Павел говорил, срок службы крыши намного выше, чем в каком-то там стандартном решении, которое использует бюджет, это там битумное или металлопрофиль, но обычно это что-то недорогое. И благодаря вот этому всему мы получаем надежность и возможность еще и получить дополнительное софинансирование, что тоже для громад, у которых не супер огромные бюджеты, очень важно. Очень здорово, что Украина не отстает от мировых трендов, и у нас тоже реализуются такие высокотехнологичные стартапы. А еще более круто, что первым зданием, где вот такая украинская инновационная черепица была установлена, стало здание бюджетного учреждения. И действительно, поскольку бюджетных учреждений в Украине много, открывается широкое поле для применения таких технологий. С одной стороны, вот такие бюджетные заказы могли бы поддержать украинские стартапы, а с другой стороны, бюджетным учреждениям от реализации таких проектов было бы тоже только лучше. Короче, куда ни посмотри, одни плюсы. Это была новая серия проекта Ukraine. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, и я буду дальше рассказывать вам об украинских стартапах, реформах и инновациях.